Аллилуйя. Я бы хотела тоже засвидетельствовать, то, что я... Да, это было бы нечестно по отношению к нашему Богу, всемогущему Иисусу. Да, Господь, я признаю, что я ошиблась, Господь мой. И я вот сегодня сейчас подошла к пастору Зинаиде на перерыве, и она мне сказала, что я обязательно должна засвидетельствовать то, что на последнем семинаре, на третьем, который был, что Бог меня освободил от боли в позвоночнике. Где-то в середине позвонок был у меня выбит. И вот Бог меня исцелил. Слава Богу! Знаете, она одна из тех, которые во время поклонения, когда я говорю, вы не приняли, примите. Я сказала слово знание, позвоночник, сказала где, в каком месте. И это она была. И потом, когда она подошла после семинара и говорит, вот в этом и так, и так, я говорю, так я же говорила. Бог уже исцелил, говорит, ну вы еще помолитесь, руку положите. Ну